Когда и население на порядок больше, еще таких условий нет. Поэтому, конечно же, будем стремиться к тому, чтобы в Винском районе вот эта практика прижилась. Во всех поселениях такой численностью были подобные объекты. Ну, а нам надо ценить это, скажем так, беречь, нормально содержать. И самое главное, чтобы действительно этот функционал он работал для людей. Чтобы врачи были хорошей квалификации, это, наверное, самое главное. И тогда не будет необходимости, может быть, ездить и в районный центр, и в Краснодар. Это серьезный шаг, я думаю, для того, чтобы создать хорошие условия для жизни людей. Поэтому я еще раз всех поздравляю. Ну, вам я уже говорил, и присутствующим здесь нашим гостям, жителям, мы хотим сказать о том, что уже третий день здесь ведут прием. И врач-педиатр, и врач-терапевт, они будут принимать ежедневно. Раз в неделю будет принимать врач-акушер-гинеколог. Два раза в месяц по графику узкие специалисты. И невролог, и офтальмолог, и хирург, и отоларинголог. Почему именно два раза в неделю? Потому что в рамках программы госгарантий плановое оказание медицинской помощи может быть отсрочено до двух недель. Как раз мы вписываемся в этот график. В наших планах и такая возможность уже есть у Титовской районной больницы. Это хорошая укомплектованность УЗИ-аппаратурой. Обучить врача-терапевта именно УЗИ-диагностике. И надеемся, что к концу года здесь будет проводиться это обследование. Врач-акушер-гинеколог уже владеет этой методикой. И это тоже будет. То есть, как сказал Евгений Николаевич, наша задача состоит в том, чтобы сделать все для того, чтобы практически даже не нужно было ездить в Титровскую, а врачи Титровской районной больницы и Центральной районной больницы постараются обеспечить именно тот объем оказания медицинской помощи, о котором я вам сказал. Вроде бы название «Офис врача общей практики», да, мы понимаем, что такое количество специалистов, даже пускай по графику, пускай, может быть, какие-то узкоспециализированные, не каждую неделю, но по сути получаем мини-поликлинику. Такого маленького формата, но действительно возможность попасть, наверное, практически к любому врачу будет, я так понимаю. Правильно? Да, будем к этому стремиться. Замечательно. Будет предварительная запись у врача-терапевта и у сестер. Вы это будете видеть сами. И надеемся, что в ближайшие 1,5-2 месяца мы вместе с вами отрегулируем все те организационные моменты, которые будут возникать. Я деревья высадить, чтобы озелениться. Красота. Спасибо. Ну что, еще раз поздравляем. Спасибо.